В семье Дмитрия и Анны Питерских 8 детей, все девочки. Пара вместе с 94 года. За это время они получили медаль «Родительская доблесть», орден «Родительская слава» от президента Российской Федерации и другие награды. Счастье они видят так. Счастье – это любовь к Богу и ближним. Это улыбки моих детей и мой любимый супруг. Это фрагмент видеовизитки, которую семья Питерских записала для семейного конкурса «Счастье – это мы». В ролике они провели расследование и выяснили, что счастье – это семья. Мы счастливы, что родились в большой такой семье, и каждая сестра поддерживает друг друга, и это действительно здорово. И, конечно, мы благодарны родителям за такую семью. Всего на конкурс многодетных семей прислали 15 видеовизиток и одну вне конкурса. Такой необычный формат появился из-за пандемии. Собираться массово нельзя, поэтому и рассуждают о счастье в коротких роликах. Организаторы считают, что такая совместная съемка и рассказ о семейном счастье сближают. Когда я вижу молодые семьи, иногда молодые семьи у меня спрашивают, как не могу родить, пока боюсь, нам нужно там дом, квартиру, машину. А мы всегда говорим, что, собственно говоря, дети, они дают вам потом силу, да, от того, когда вы рождаетесь. И вот как раз мы хотели показать вот эту силу людям, которые должны понимать, что от количества детей, и причем конкурс это подтвердил, от количества детей такая прям сила чувствуется, мощь в этих роликах. Третье место в конкурсе получила семья Максимовых. Они спели о своих житейских обязанностях. Серебро у семьи Афониных, которые показали рецепт семейного счастья. Победителями стала семья Питерских. Организаторы планируют, что конкурс «Счастье – это мы» станет ежегодным, ведь семья – это главное счастье. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».